Смотри, какие скалы тут, и закрой свой рот. Посмотри сюда. Куда ты будешь дальше ехать? А? Куда ты приедешь вообще? Тут кругом камни, кругом скалы. Я вообще не понимаю, как здесь еще дорога есть. Смотрите, смотрите, что творится. Вот дорога. Вот машины едут, кстати. Автобусы. Деревья кругом тут. Как здесь вообще ездить тут? Если здесь... Ну, посмотрите. Видите? Что там происходит? Посмотрите вот. На вот, на вот этого посмотрите. Посмотрите на него. Вы ему верите? Посмотрите, что мы нашли. Что здесь есть. А? Как он? Норм? Вот он, кстати. Вот это он. Дом-музей. Вот. Вот такие скалы кругом. Идем, в общем, мы по улице. Называется она вот так вот. Каспринского 1. Сейчас джип проедет. Очень узкая улица. Так. Вон мечеть. Смотрите, вот так идешь по дороге, и вот раз, вот такой вход. Вот тупо вот такой вход. Заходишь сюда. Смотрите, что здесь происходит. Вообще жестяк. Не так ли? Вот там дорога. Я вообще в шоке. Ступеньки такие, короче. Ну и тут вот люди живут, смотрите. Сейчас вам покажу. Вот, видите? Смотрите. Вот. Счетчик, у них вон один счетчик, он второй счетчик. Электросчетчик. Смотрите. Эй, выходи, Егор, погулять. Я такой. Двери закрыл? Да, да, двери закрыл такой. Эй, оп, такой, и на улице такой. Очень аккуратно надо выходить. Такой, ну ладно, ребятки, я пошел домой такой. Такой, раз, и ты уже дома такой. Все. Блять, ну. Нет слов, просто нет слов. Ну, как я и обещал вам, мы идем сейчас в винный погреб. Будем сейчас вина пробовать, покупать. Ничего, вино и дегустация. Сниму очки, а то здесь темно. Магазин. Там уже магазин. Вот винишка. Сейчас мы будем пробовать. Есть же лунный камень такой, Рено? Лунный камень? Да. Лунного камень нет, лунный камень. А как называлась машина? Егор? Не, лунный камень есть, у него, наверное, нет просто. Такой здесь прохладный. А какой он? Сухой, полусухой? Белое. Полусухое, скорее всего. Или полусладкое? Полусладкое, наверное. Да, скорее всего, полусладкое. Вы вообще какие вины пьете? Да он для девочки. Я хочу девочки свои, а вот мы хотим его найти по вкусу. Да, попробовать. Девочки свои, я хочу девочки знать. Дает пробовать. Дает пробовать вино, может пробовать. Здесь так прохладно, прикольно. Класс. Круто. Круто.